Вот перед нами две упаковки на турецком языке. Обратите внимание на шрифт надписи. Здесь, может, на видео не так значительно видно, но все равно можно заметить. Вот это справа, этот шрифт идет чуть-чуть жирнее, чем это. Здесь это тоньше идет. А ну-ка, открой. Алейкум салям. Вот такая же. Стой, подожди, вот это тоже открой. Теперь смотрите на эти крылышки, какие тонкие бывают и какие широкие бывают. Теперь вытащи эти банки. Теперь сюда вот обратите внимание на этикетку. Вот этикетка, видите, буква М за корючка заходит под сердечко. Здесь они заходят. Откройте крышки. Вот смотрите на ее консистенцию, какая она густая. И вот смотрите на вот эту банку, какая она жидкая. И естественно, запах и вкус совершенно разные. Это подделка, остерегайтесь. Есть люди, которые обманывают мусульман, выдают. Вот, пожалуйста, закрытая банка, вот закрытая. И вот то же самое здесь, то же самое.